считаю, что сделали правильно. Понимаете, это ведь потом откликнется в долгую, да, в положительном ключе, это обязательно. Но одно дело амбиции некоторых политических деятелей, которые носят очень часто сиюминутный характер, а другое дело взаимоотношения между людьми и между странами вообще, в принципе, да, вне зависимости от политической элиты. Но эти вещи, они более стабильны, они более долгосрочные и ориентируются на них. Конечно, Армения правильно сделала, что отправила туда спасателей. По крайней мере, таким образом Ереван показал, что, послушайте, все бывает в этой жизни, но когда в ваш дом пришла беда, мы готовы помочь. Это дорого стоит.